В Чебоксарах возле жилого дома по улице Хевежской в трещине отмостки застрял котенок. Чтобы достать пушистого зверька, специалистам пришлось задействовать перфоратор. После успешной операции по спасению хвостатого еще и накормили. Возле аэропорта жители запечатлели лисенка. У одних пользователей соцсетей это видео вызвало умиление, другие же поспешили предостеречь. Несмотря на забавный внешний вид, лисенок все-таки является диким животным и может быть переносчиком опасного заболевания. Поэтому будьте аккуратнее.